И третья модель, которую я купил на аукционе, это тоже какой-то прототип Ситроена. Даже не знаю, что это на самом деле. То есть я посмотрел в интернете, это какой-то прототип был для испытания шин Мишлен. Вот такой монстр. Модель довольно большая. Вот. Имеет 5 осей, очень много колес. Всего 10 пар колес. И одно колесо у нее на днище находится большое посередине автомобиля. У этой модели также отсутствует одно зеркало, антенна и задний бампер. Так как я купил бэушную, вот она в таком состоянии досталась. Сзади у модели неплохо видно, но какая-то есть имитация двух двигателей, которые находятся в задней части. У модели раскрашен салон, то есть сиденье красного цвета, панель приборов черная. Сама модель в таком трехцветном исполнении. И модель, кстати, довольно очень широкая по сравнению с обычным Citroёn. То есть такое вообще непонятно, что такое днище. Вот это колесико, я понимаю, это от грузовой машины. Вот они его как бы испытывают. Очень простое днище. Боковые воздуховоды, они все с прорезями, то есть это не краска, а прорезь, можно что-то вставить туда.